Операторы единой диспетчерской службы Одинцовского городского округа приняли с начала этого года уже более 450 тысяч телефонных звонков. Чаще всего на номер 112 поступали обращения, касающиеся вызова службы скорой медицинской помощи и сотрудников полиции, получения справочной и консультационной информации. Служба заняла второе место в смотре-конкурсе на лучшую ЕДДС среди городских округов с населением свыше 200 тысяч человек.